Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и сегодня я вам покажу довольно-таки интересный механизм, который называется скрытый проход в камине. Но это не простой такой проход в камине, который там такой банальный, знаете, который уже все делали. Я не знаю, по крайней мере, я такого прохода не видел. То есть вот, как вы можете заметить, у нас обычный камин, ну тут стоят раздатчики обычные с фаерболами. Вот, ну и тут такой вот рычаг. Ну, я не стал делать скрытые активаторы, потому что это сильно морочно. Вот, ну, нажимаем на рычаг. И у нас открывается вот такой вот проход в камине, который ведет вверх. То есть такого механизма я еще пока что нигде не видел. Вот, то есть, ну и тут у нас сундук с алмазиками. Вот. В общем, такой вот механизм. Давайте теперь... Ой-ой-ой, как лагнуло-то. Так, давайте посмотрим теперь на его закрытие. То есть вот он закрывается, и камин как бы возвращается в прежнее положение. То есть вот такой вот механизм. Давайте теперь рассмотрим схему. Она у меня тут чуть дальше расположена. Схема, как вы можете заметить, большая. Она... Я ее строить не буду. Вот, поскольку, ну, вы сами смотрите, она очень большая. Я постараюсь, конечно, ее уменьшить, эту схему. Но я не уверен, что мне это получится. Ну, вот, здесь у нас то же самое. Как вы можете заметить, оно у нас работает. Как я уже сказал, строить я эту схему не буду. Я вам скину schematic файл, то есть вы сможете с помощью MC-Edit или WordEdit переместить этот камин куда вам угодно. Вот, как я уже сказал, его я вам скину с чематиком. Вот, давайте еще раз посмотрим, как он работает. Вот, то есть все быстренько, все хорошо работает. Давайте еще раз. Здесь, в принципе, точно такая же схема, только без облицовки, то есть без основной вот это, без пола, без всего. А здесь уже вот сам такой вот камин идет. В общем, вот такая вот схема, надеюсь, она вам понравилась, схема действительно достойна лайка, потому что таких я еще схем не видел, это точно, вот, именно с русской стороны Ютуба я нигде таких схем не видел, по крайней мере, я так смотрел, искал, вот, походу, я первых, кто сделал такой механизм, вот, ну, не считая американцев, естественно. Вот, ну, в общем, такой вот механизм. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джокер, всем удачи, всем пока.